Каршыгадаев Бек теперь не просто спортсмен боев без правил, а чемпион мира по ММА. 24-летний парень победил на чемпионате мира по смешанным боевым искусствам One Silat Road to Glory, который проходил в Куала-Лумпуре, Малайзия. Одолев соперников, Каршыга стал абсолютным чемпионом мира в весе 65 килограмм. Каждого из четырех соперников Каршыга не просто победил, а отправил в нокаут. В первом бою наш чемпион встретился с противником из Индонезии. Во втором сошелся со спортсменом из Филиппин. Третий и последний бои оказались для шымкентского парня нелегкими, но и здесь он вышел победителем. Готовились хорошо, под руководством тренеров. Третий бой был очень сложный в психологическом и в моральном плане. А так бой прошел успешно. Выиграли нокаутом. Мы 2 года шли к этому. Иншаллах, моя команда тоже рада, семья тоже рада. Второй пояс в копилку главных наград Южно-Казахстанской федерации бразильского джиу-джитсу и грэпплинга принес 22-летний Ердаулет Марданбаев. Молодой человек выиграл чемпионский пояс на чемпионате Азии по валитуда, разновидности смешанных единоборств. В весовой категории 57 килограмм парень стал абсолютным чемпионом. Я уже 2 года занимаюсь этим видом спорта. На чемпионате все соперники были сильны. Я был очень рад, когда выиграл чемпионат, потому что за меня болели все – родители, мои друзья, весь Казахстан. Мне есть куда стремиться, ведь звание чемпиона мира в моем весе пока еще не у меня. Теперь спортсмены готовятся к участию в международном турнире. Он пройдет в Пекине в мае этого года.